всех приветствую, продолжая менять резину на машине Renault Kangoo 2011 год, Express 2 кузов. И как оказалось, у меня с той стороны по ходу движения с левой суппорт был подклиненный на машине, это нижняя направляющая подклинила, заржавела. Я там разобрал полностью, все смазал. Потом вчера перед перебирал, впереди еще хуже оказалось. Оказалось, что гляжу на рулевом наконечнику, смазка на пыльнику. Думал, может, пыльник где порвался. Оказывается, это со шруса накидало. А на шрусе это кожух заводский лопнул. Этот хомут, короче, что пыльник держит, большой хомут лопнул от ступицы и начала смазку кидать, и попала, короче, туда песка в этот шрус. Я так его то собрал, чтоб съездить в райцентр купить смазку, новые хомуты и что там еще потребуется, голова на 30 надо, чтобы открутить шрус. Короче, меняю резину уже четвертый день. Перебираю тормоза по кругу. С той стороны полностью перебрал. Посмазывал суппорта, попромывал полностью. Пыльники попромывал. Ну, с этой стороны, справа и сзади нормально было. Еще и смазка даже. А вот уже спереди от водительской слева было почти... Ну, почти не было смазки внутри. Ну, еще ходили, работали. А с этой стороны задний левый суппорт, нижняя направляющая была полностью заклинена. И что я хочу сейчас рассказать. Клин у меня последний уже год, у меня даже два ручник. Я им так и не пользуюсь, хотя и новые тросики поставил. Техосмотр, это я их уже пустил. Техосмотр прошел, короче. А потом что-то воспользовался ручником. Ехал, чуть колесо не загорелось, завоняло. Я, короче, им не пользуюсь. И вот уже перебираю тормоза, решил поглядеть, что тут у нас может быть с ручником. Уже я его разбирал сегодня. Он полностью был заклиненный. Этот вот рычажок на ручник, это на дисковых тормозах. Сейчас он вот видно ходит. О, одной рукой неудобно. Чтобы не упустить, да не сломать трубку еще. То, что уже такая ржавоватая. Еще трубку куплять надо будет. Видно. Сейчас рычажок ходит хорошо от пружиния. А что было в нем, в этом рычажке, наручник, что цилиндрик выдавливает, тут стоит шток туда. Видно. Он выкручивается. Сейчас хорошо. Прижимается так. И работает. Сейчас расскажу, что было, разберу. На камеру разбирать не буду, потому что не смогу. Покуда поглядите куда-нибудь на ступицу. Сейчас сниму эту. Рычаг сам сниму сейчас. Покажу, что было. Ага, чтоб трубку не сломать, бляха. То на машине стояло, да сбивало. Теперь он не особо то и сниматься хочет. Расшатался уже, так не так легко и слазить. На шлицах. Да, проблемы. А вот, слез почти. О. Стащил я рычаг этот, рычажок. Перед этим он тут крепится сверху гайкой, гайка на 13. Было у нас под рычажком находится сальник. Видно. Да сейчас тормозуха, тут сальник у нас находится. Я налил.
видно. Так вот. Что у нас было? Где-то у меня тут... Покажу, возьмем. Вот этот вот сальничек стоит тут. Сверху он за это закрывая на самом рычаге прижимается. А внутри на шток этот видно. И вот оттуда сейчас идет такая ржавая жижа. А перед этим я его разобрал вот и туда так гвоздем лезу. Внутри начал выковыривать всеми подручными средствами, отверткой, ножом кончиком, ну нож притупленный, чтобы не порезать пыльничек. Там внутри было полностью все ржой забито. И эта вот ржа подклинивала полностью тормоза. Когда ручник зажмешь, он назад не отходил. Этот рычаг, чтобы тросик цепляться, вот сюда упираться должен. В отпущенном состоянии. Он весь на хлоп станет, доходит буквально миллиметра 3-4. Уже ручник прижатый и клинит тормоза. А последнее время вообще уже выжмешь, и он сантиметр не доходил. Ну, вообще назад не отходил. С той стороны еще отходит, ну тоже уже такое похожее. Раньше я лил сюда вот тормозуху чисто поверху. Не, это не залазил сюда, не разбирал ничего. Ну, он чуть-чуть начинал ходить, потом через недели, две, месяц опять заклинивал. А я решил вот и раз уже полез, и он снятый, поглядеть, что тут делается. Я то систему эту не знаю, как состоит тут, из чего. Внутрь то не лазил. Думаю, чтобы мне это не выскочило ничего, да потом не ремонтировать еще дополнительно. А чисто почистил. И все. Почистил я сюда, вот где прилегая к штоку. Тут шлицы такие мелкие. Надеюсь, этот рычаг. И прилегая это. Плотно это вот пыльник этот. Я туда хочу сейчас, что я снял, повторно раскрутил. Хочу сейчас сунуть гвоздя. Уже оно постояло просто полчаса, покуда я направляю еще суппорта чистил. Отстоялось полчаса, ну правда не в таком вот положении вертикальном, чтоб туда засекало. А я зацепил за пружину там, чтоб не мешало мне. Это... Залезьте сюда. Сейчас я двумя руками сделаю. Покажу. Возьму маленьких два гвоздика. Это гвозди Сейчас я тут делаю доступ внутрь. Вот песок с машины сыпется. Конечно. Чтобы аккуратно да не порезать его. Так. В
взял стримеролеску толстую, четверку квадратную, да, расплескал, чтоб ножом не лазить. Это бляха. О, вроде бы сделал. Сейчас буду показывать. Взял, ставил сюда сверху. Так, нам видно. Ставил я сюда два куска лески стримера. Пластиком решил лазить, то что неудобно. Железом. Ставил два куска лески такой, расплескал на железяке, чтобы концы расплющенные были. И теперь будем тормозухой туда аккуратно иголкой, о, промывать. Пошло. Видно, ржавчина выходит. Хочу еще выгнать ржавчину. Я вот его, покуда снизу направляю, еще чистил на суппорте. Оно откисло там уже все. Так-то я лазил железом. Да железом, чтобы не порвать, боюсь. Вылезла такая вот штучка расплющена. И вот этом пластиковой такой штучкой, вроде не острая, по кругу походим еще. И в таком положении надо будет взять рычаги и все поразрабатывать. Ну промыю от ржавчины ж. Хорошо сейчас видно, ржа вылазит, да притом немало его. И хорошо ржу эту отсюда выгоню. А потом еще тормозухи налью туда и закрою. Даже может не тормозухи, а может добавить смазки какой. То что тормозуха надо. Будет высыхать. А если смазки добавить туда, то по-любому цилиндр будет лучше ходить. Хотя может и тормозухи хватит. Подумаю сейчас. Или масло какого-нибудь. Штилевского красного. Все-таки лучше тормозной жидкости будет. Думаю, по штоку то внутрь не попадет. То, что наружу ж тормозуха не выходит, значит и внутрь не будет попадать ничего снаружи. Значит, все-таки я сейчас вот вычищу хорошо, тормозной жидкостью вымою. Да этим масло туда чуть-чуть капну. Сальник этот. Ну как чуть-чуть, чтобы оно как бы туда натекло троху и там осталось. И будет с маслом, будет по-любому уже не будет тормоз клинить. Ручник не будет клинить. Ну и с той стороны так сделаю. То, что с той стороны работает, так не разбирал, но там тоже так слабовато отходит. Но там пружина потуже была. Ну как потуже, гуляла хорошо так туда-сюда. А тут вообще хлоп клинило полностью. Вот у кого Renault Kangoo, это 2011 год, сзади дисковые тормоза. У кого ручник клинит, смотрите причину в этой вот штучке. Именно, не надо ничего ни разбирать, ни раскручивать полностью, а взять аккуратно неострым предметом таким, чтобы не повредить пыльничек этот сальник. Взять, просто вычистить отсюда все до основания туда сколько можно. Прилично так я залез, наверное, на сантиметр. И там в эту ржавчину я отсюда прилично вычистил. Полностью пыльник этот забитый был. Вычистил ржавчину, налил тормозухи. Сразу не ходил разов 10 туда-сюда. Рычаг этот подвигал. Потом как-то резко так чик и начало легко-легко ходить. Ну, видно, зашла тормозуха куда можно. Ладно, буду заканчивать. Особо тут меня не видно на эту камеру, думаю, ну... Суть должна быть ясна. Цилиндр, ручник, рычажок, где крепится тросик. Разбирать, рычажок снимать, он на шлицах стоит. Откручивается гайка сверху.
со шлицов сбивается рычажок, и чистится сальник этот, пыльник снутри от самого штока, и туда тормозной жидкости в вертикальном положении, и туда-сюда рычагом, если пальцем нельзя, я молотком бил, туда-сюда молотком, а потом уже, как начало ходить, уже рукой разрабатывал. Сейчас все поразрабатываю, смажу и буду собирать. Всем удачи, всем до свидания.